Привет всем! В этом видео я подготовил для вас проект, который работает в туристической индустрии. Этот проект имеет название Easy Stays. Платформа стремится использовать технологию блокчейна, чтобы революционизировать процесс бронирования и аренды в 21 веке. Easy Stays – это не идея или незавершенный проект. Это расширение крупнейшего в Австралии веб-сайта аренды жилья для отдыха. Они твердо верят, что, применяя инновационные технологии к уже успешной платформе аренды жилья, они смогут преобразовать рынок краткосрочной и долгосрочной аренды жилья, чтобы он стал лучше, безопаснее, прозрачнее и доступнее для всех. В Easy Stays команда намерена переделать глобальный мировой туристический рынок, предоставляя путешественникам уникальные места, которые можно назвать домом. Почему стоит присмотреться к этой платформе, особенно тем людям, которые часто путешествуют? Ну, во-первых, транзакции Easy Stays стоят в 2, а то и в 3 раза дешевле, чем у аналогов. Отели, владельцы недвижимости и путешественники контролируют свой собственный опыт на платформе с помощью блоковых модулей. Платформа ликвидирует разрыв между крипто и фиатом, упрощая трансграничные платежи и открывая новые источники доходов для сектора гостеприимства. Easy Stays – это уже работающий бизнес и неизменность блокчейна. Комбинация, которая исключает возвратные платежи, искажение фактов и мошенничество. Доступ к миллиону жилых помещений по всему миру. Виллы, апартаменты, хостелы и многое другое. У них уже есть полностью рабочая платформа, где вы можете исследовать, размещать, бронировать и арендовать жилье по всему миру. Поскольку платформа Easy Stays является действующей и полностью работоспособной, команда концентрирует свои усилия на продажах и маркетинге, чтобы дополнительно увеличить пользовательскую базу за счет целевой рекламы и глобального охвата. Есть возможность присоединиться к их клубу вознаграждений и получить скидку до 40% на отели, мгновенное возрождение в токене Easy. Уже этим летом можно ожидать выпуск кредитной карты Easy Stays, чтобы хозяева и путешественники могли использовать свои токены для платежей, бронирования номеров и многого другого. А в октябре команда планирует уже достичь 4500 бронирований и чистой выручки на $260 000 США, без учета затрат на маркетинг. Используя технологию блокчейн, Easy Stays меняет порядок организации аренды жилья. Интеллектуальные контракты поддерживают полную автоматизацию бюрократических процедур, а децентрализация позволяет изменять логику арендных депозитов и установить новые стандарты в интересах всех отелей, владельцев, арендодателей, арендаторов и третьих лиц. Будьте в числе первых, кто узнает подробности, и не упустите свой шанс принять участие. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!